Спорт – тема очередной программы из серии «Назад и в будущее». Напомним, что автор проекта – Леневская поселковая библиотека, а герои программы – известные общественности люди. Алексей Юрьевич Несговоров в спорте всю жизнь, с самого детства. Юношеское увлечение футболом переросло в профессиональную деятельность. Какое-то время тренер Алексей Несговоров учил премудростям футбола мальчишек, а затем возглавил отдел физической культуры и спорта администрации Искитимского района. О своем пути восхождения в руководительский состав, о развитии спорта и личных переживаниях герой программы «Назад и в будущее» беседовал с автором проекта Светланой Верзаковой, заведующей Леневской поселковой библиотекой. Своей целью в программе она ставит сравнительный анализ изменения человека во времени и в профессии. Помощниками при этом выступают видеозапись из нулевых и современные вопросы нынешней молодежи. Алексей Юрьевич, какой вы бы дали совет начинающим спортсменам, которые в будущем хотят покорять стадионы мирового значения? Хороший вопрос. Ну, совет, во-первых, в первую очередь надо определиться, я считаю, с видом спорта, где бы хотел заниматься или чем бы хотел заниматься ребенок, потому что сегодня, на сегодняшний день у нас такое большое многообразие видов спорта, ну, в частности, если говорить про рабочий поселок Ленево, то я думаю, что стоит для себя определиться, либо это будет какое-то единоборство, или это игровой вид спорта. Возможно, попробовать, как я сам в свое время попробовал несколько видов, но у меня это были шахматы и это был баскетбол. Ну, а потом все-таки как бы необходимо будет определиться, сделать для себя выбор. Ну и, конечно, я считаю, это очень самое главное и важное, это попасть, в первую очередь, к хорошему тренеру и... Они работать. Тоже у нас все есть, да? Ну, в принципе, да, как бы достаточно большой штат тренерский, высококвалифицированный он. Ну и все остальное зависит уже, конечно, как бы от ребенка в большей степени, от его стремления, от его желания, от его работоспособности. Поэтому только работа, помимо тренировок, дополнительные какие-то занятия, это только будет способствовать улучшению результата и будет двигаться желаемой цели. Это уж международный, мы хотим попасть туда, конечно. Как показывает практика, примеров таких у нас в Искитимском районе очень много. У меня, как у любителя футбольных матчей, возник вопрос, почему футбольное поле полосатое? Как это делают, а самое главное, для чего? Вообще это визуальный как бы обман получается, если говорить про естественные поля. Про естественные, мы сейчас не смотрим на наш искусственный газон. Все дело в том, что когда подстригается поле футбольное, газонокосилка идет в одном направлении, трава ложится как бы в другом направлении, трава ложится. То есть визуально как бы мы видим полосы, но это опять же говорю, как повторюсь, визуальный такой обман. Если говорить про наше поле, которое у нас сегодня, и стадион, который строится в рабочем поселке Ленево, это искусственная трава, и она уже склеивалась рулонами разного цвета. Если говорить для чего и вообще как бы в целом, что, ну, символизирует-то это, ну? Да, то в принципе это сделано для удобства судей, которые обслуживают матч, то есть определение положения вне игры, это более удобное. Видно и для бокового судьи, и для главного судьи. Вот для себя, как для тренера, я могу сказать, что нам удобно вот наше поле, что по линиям можно строить тренировочный процесс при стандартных положениях какие-то отработки, как бы, либо при нарушениях во время игры судья, ему проще ориентироваться и ставить... Я знаю такой термин, как офсайд. Да, ну вот положение вне игры, как раз для судьи вот это вот именно поле, когда полосы, это, конечно, только благоприятствует и ему дает положить плюсы. Понятно. Вопросов ребята задавали много. Касались они и футбола, и других видов спорта, настроя спортсменов перед соревнованиями и эмоции после победы или поражения. Вообще, тема спорта в наши дни очень актуальна, и не только среди подрастающего поколения. Не пропустите полную версию программы «Назад и в будущее» в эфир на нашем канале. Она выйдет 8 и 9 октября в 8 часов вечера. Будет интересно.